Есть одна определенная группа клиентов, которые обращаются за помощью, например, в работе в гипнотерапии. Но у них есть одна особенность. Они хотят избавиться от обиды, например, родителей, но по сути они существуют, живут за счет этой обиды. Вся их система, вся структура их психики построена на этом симптоме. И если убрать этот симптом, вся психическая деятельность начинает останавливаться, затормаживаться. Как когда-то клиент сказал мне о том, что, вы знаете, я не знаю, что делать. Я не понимаю, куда мне двигаться. И приходит состояние депрессии. Поэтому у гипнотерапии есть свои особенности. Если кто-то вам предлагает быстро от этого избавиться, не исследовав пространство жизненное этого человека, тогда возникает очень много вопросов. В данном случае работает очень много других направлений психологии, транзактный анализ, нарративная психология и многие другие, которые исследуют и расширяют пространство жизнедеятельности человека. Важно направить его сознание, развернуть его от проблем обид в детстве, которые проходили 200 лет назад, в будущее. А что я хочу в жизни? А что меня привлекает? А чем бы я занялся? Чем бы я себя сформировал? Будущее. Идея меня в будущем формирует во мне ресурс, трансформирует мою личность в соответствии с теми ожиданиями. Когда вы заказываете такси, вы называете адрес, и он вас везет. Вы не уезжаете просто с того места, откуда уехали. Такси всегда спрашивает: назовите конечный адрес. Психотерапия – это наука, это искусство. Краткосрочная психотерапия – это умение выстроить идею человека в будущем, позволяя его сознанию, его психике вливаться в пространство себя предполагаемого. Тогда начинается жизнь.